Да, про Михуха Махла читал, ну, этих там нашел, папуасов которых. Это я не знаю только, откуда он родом-то, Михуха Махла был. Может, с России был или откуда-то? Ну да, мне кажется, он с России был. Ну вот он туда как-то и случайно обнаружил этих, там этих папуасов на... Ну, он там с ними как-то подружился туда-сюда. Что-то там подарки им какие-то делал. А потом он куда-то исчез. Мне кажется, они его съели просто-напросто. Его потом что-то не стало. Дальше я не помню, кто-то. Ну, они же едят все вот эти. Они же дикие эти люди, да. Они как бы его употребили в себя, чтобы он, ну, как бы остался в них, в сердцах, этот Михулка Махла. Они этого Михулка Махла просто на костре сожарили. Они его очень любили, этого Михулка Махла, потому что он для них очень много чего сделал, этот Михулка Махла. Вот, ну, они его съели, ну, чтобы он во всех сердцах, там каждый по кусочку съел, немножечко всем досталось, всему этому племени. И вот он у них в сердцах остался навечно. И вот сейчас люди так же, может, тоже делают вот так.